С каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. Я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Наконец-то. Сиденье не откинешь. Какой красивый. Почему золотые ворота, а он не золотой? Здесь так много детей. Наверняка у них крутые истории. Конкуренция делает нас сильнее. А что, если им не понравится? Если рассказ не подойдет, он должен быть идеальным. Когда ты родилась, твой брат сказал, что ты лупоглазая. Чего? Но мне казалось, что у тебя самые прекрасные глаза на свете. Мы все разные, Камала. Гордись тем, кто ты есть. Люблю тебя, Абу. И я тебя. И я уверен, что ты победишь. О, и ты только представь! И победитель конкурса на лучший фанфик всех времен и народов — «Мстители против ящерицы с канализации» Камалы Хан! И толпа мне аплодирует! Вот это настрой! Обещай мне одно, в любом случае. О, я же хорошая, Абу. О, Бета, важно не быть хорошей. А поступать хорошо. Именно так. Друзья, мы приближаемся к штабу «Мстителей» на западном побережье и вскоре приземлимся на Химеру. Скорее, Абу, идем! Ладно, ладно, куда так мчишься? Конкурс фанфиков, я иду! Добро пожаловать на День Мстителей. Все дети, гости и члены их семей должны зарегистрироваться у стойки администратора. От лица Мстителей и Щита желаю вам приятного. Добро пожаловать на День Мстителей. Все VIP-гости и члены их семей должны зарегистрироваться у стойки администратора. От лица Мстителей и Щита желаю вам приятного дня.
О! Службы готовы-ка? Круто! Но хотелось бы посмотреть на них вживую. Привет, финалистка. Как тебя зовут? Камала Хан. А это мой папа. Юсуф. Хан, отлично. Не забудь поучаствовать в охоте за комиксами. Соберешь все 5 и получишь место на VIP-балконе. Как только раздобудешь все, отсканируй телефон у лифта и проходи. Удачи! У тебя вроде и так полно комиксов, нет? Но я должна попасть на VIP-балкон. Бить по красным, а не по зеленым. 150. Да! Камала сильная! Как Халк! Отлично! Комикс у меня! Надо найти остальные! Да! 2 есть! Надо бить по красным, а не по зеленым. 150 очков до победы! Ерунда! Вот, блин. Ты чего? Да вот, такой комикс у меня уже есть. А нужен с Капитаном Америка для комплекта. Погоди, если у тебя будет повтор, поменяемся? Ха, конечно. Класс. Увидимся. Ну вот, закончились. Божечки! Репульсорные перчатки!
Боже мой! О, это так круто! Что еще за мерзость? О, виноват. Ты такая маленькая, едва видно. Не надо склоняться перед сыном Одина, хоть твой порыв и понятен. Так кто ты? Камала-хан. Ага, а что за вещь у тебя в руках? О, высокоплотный мионный луч, репульсорная перчатка. Первая любовь Тони Старка. Во имя Одина. Такая же опасная, как и он сам. Вы шутите? Угадала. Узри. Вот оружие, которое совершенно... Ого. Кто бы ни взял этот молот, если он... Она достойна будет обладать силой Тора. Верно. Вот что отличает подделки Старка и мощь Бога. Наверное. Но каждый герой должен с чего-то начать. Так? Да, да, конечно. Ты дитя, как я посмотрю, мудра не по годам. О, спасибо. А вы тоже. Камала-хан. Я запомню это имя. Я что, только что говорила с самим богом грома? Офигеть! Главный приз. Комиксы. Соберись. Не забудьте, что встреча с Мстителем начинается в 12:30 на главной сцене. Не упустите шанс познакомиться с величайшими героями Земли. О нет, эти комиксы закончились. Этим щитом Кэп врезал Гитлеру во время Второй мировой. С ума сойти! А ну, отойди. Простите. Пускали бы только настоящих фанатов. Эй, с чего ты взял, что я не фанат? Я имею право здесь быть? Думаешь, Мстители твою писанину читали? Вали отсюда! Если весь мир хочет тебя подвинуть, твой долг врасти в землю, как дерево, посмотреть им в глаза и сказать «нет». Подвиньтесь вы. Что? Кто это сказал? А фанат бы знал. Ага, да пофиг. Пошли отсюда. Комиксы кончились. Знаешь, я бы сказал, ты довольно смелая. Спасибо. Ты поклонница Капитана Марвел. Ее нет здесь, но ты бы ей понравилась. Простите, вы Капитан Америка. Я Камала. Камала-хан. Хан. Хан. Это в твоем рассказе были злые ящеры? Из канализации, да. Да, точно. Тор был в восторге. Говорит, в Асгарде ящерицы в трубах – это проблема. Вы читали мой рассказ? Мы все прочитали. Вот это да! Эй, Кэп, нам пора на сцену. Тарлтон уже на взводе. Не видела Тора, он должен быть здесь. Я его видела. Я видела его. Он был у стенда Старка. Но, кажется, он оттуда ушел. Я сама видела. А это кто? Нат, позволь представить тебе одну из конкурсанток. Это Камала Хан, специалист по ящерицам в канализации. А, да, точно. Мне понравилась история про меня с крышкой люка. Было круто. Разве это сравнится с тем, что вы сделали с мадам Гидрой? Просто жесть.
Может, пойдем на сцену? Точно. Рад знакомству, Камала. Еще увидимся. Увидимся. Капитан Америка и Черная вдова. С ума сойти. Подпишите мой значок. У вас... Еще один комикс. Видимо, если я хочу получить комикс, надо попробовать. Стоило попробовать. Эриган, шаг к новому миру. Не игрушка для миллиардеров. Не все потеряно. Думай о самом главном. Почти собрала. Наша работа изменит мир, Джордж. Я знаю, ты не любишь показуху, но ведь оно того стоит. Ему нужна власть. Доход. Обойдется. Это твой шанс. С деньгами Старка и твоим умом ты станешь героем для всех этих людей. До цели нам рукой подать. Вот вы где. Брюс. Где ты пропадала утром? Срочная работа была. Я знаю. Что такое? Ничего. Так, пустяки. Просто какие-то странные показатели... У реактора. Джордж, может, ты был прав. Может, мы поспешили демонстрировать его публике. Давай еще разочек изучим все данные. О, да, да, конечно. Спасибо. Ты уж прости. Эй, что ты здесь делаешь? Упс. Я, заблудилась? Ну, конечно. Давай отведу тебя к главной сцене, ладно? У меня уже есть такой. Постой. Может, я смогу поменяться с тем мальчишкой? Я нашла комикс, который тебе нужен. Супер! Давай меняться. С тобой приятно иметь дело. Все, я все собрала. Осталось подняться на этот балкон. Директор Фьюри! Директор, вас не тревожит, что реактор Геликарьера может не выдержать нагрузки от Терриена? Мы ведь мало знаем об этом. Мы полностью уверены в нашем проекте.
Химера воплощения безопасности и силы Мстителей и щита разум. Спасибо. Бруно мне в жизни не поверит. Девочка, осторожней. Окей. Магия какая-то. Бета, это лифт к твоему балкону. Надо только отходить. Сезам, откройся! Идет царица комиксов! Сегодня мы собрались, чтобы отметить два события. Привет, Сан-Франциско! Город приятных людей, кафе и плохих парковок. Парковками, надеюсь, правильно. О нет, это опасно. Нам надо уходить. Идем. Для аварии это слишком. Это не авария. Тор, Тони, вы туда. Лечу. Не отставай. Готовь квинджет, Над. На всякий случай. Есть. Ты меня ждешь? О, да, разумеется. Подумал, поддам. О, а вот это уже куда интереснее. Действуем быстро. Тогда догоняй. Тор, постарайся расчистить проход. Есть. Давай, давай! Здесь не меньше вооруженных людей. Нам нужна подмога. Вы недостойны. Тони, Тор, доложите! Люди в ловушке! Много человечков с оружием! Я только что поймал автобус! Надо было плотнее завтракать сегодня!
спасибо за помощь. За этими завалами есть еще люди. Понял. Держитесь сзади. Я разберусь. Мы за вами, Тор. Тор, спаси нас! Будет весело! Тор, с кем мы имеем дело? Они пока не представились. Погодите, это же вроде оружие щита. Я свяжусь с командором Хилл. Кэп, они неспроста напали сегодня. Согласен, Брюс. Я останусь на Химере, пока не выясним, что происходит. Не высовывайтесь, помощь на подходе. Новая цель, Барк, убейте бога. Осади назад, бог грома. Не все веселье тебе одному. Вышло впечатляюще. Ты удивлен? О, наглеешь. Мне это нравится. Берегись! Щиты. Смешно. Номерные знаки совпадают с номерами угнанной колонны щита. Это из внутренних сводок ракеты «Пульсар». Рад, что Фьюри держит мою лучшую технику в одном месте. Эти ракеты рушат все кругом. Да, я знаю. Я сам их сделал. Надо защитить кристалл Терригена, если в него попадут. Да, мы знаем. Доктор Тарлтон направляется в реакторный отсек. Сидите в укрытии. Так, кто из этой массовки в меня стрелял? Мстители. Колонна везла секретные прототипы щита. Фьюри ищет грузовую декларацию. Когда в меня стреляют моим же оружием. Будем держать в курсе. Гуси жива-здорова. Я не думал, что ты это услышишь. По идее, они уже должны разбегаться. У меня чувство, что с нами играют. И здесь творится что-то еще. Кто додумался поставить пулеметы на грузовики щита? Тони! О, точно! Это я.
творится, Тони? Ничего, все прекрасно. Надеюсь, у них нет. Вот ведь дрянь. У них танки пульсар. Кэп, почему корабль движется? Он же не готов. Кто-то запустил протокол безопасности. У Химеры включился автопилот. Все серьезно. Возвращаемся. Нет. Зачистим мост. Это оружие не должно попасть в город. Принято. За дело, Брюс. Надоедливые ребята, да? Уже лечу. Знаете, я сегодня был как-то больше настроен на встречу с фанатами и вкусняшки. Соберись, Тони. Поспеши, здоровяк! Я больше не выдержу! Изобретение опасны, Стар! Эй, это оружие было для хороших парней! Это что, шутка такая? Хватит уже! Соберитесь! Кэп, что там происходит? Сам не понимаю, Нат. Кажется, реактор неисправен. Странные показатели на мониторах. Тянет к тепловому сигналу в заливе. Над, город будет уничтожен. Повтори, Кэп, я тебя не расслышала. Над, ты слышишь?